О, блядь, какие очень простые игры. Если не раздают очень простые игры, очень простые оппоненты и так далее, просто рисованные, чел не может, не понимает, что делать и так далее. Все... Даже медленнее меня ходят, хотя я одобряю, блядь, разумие, но, блядь, мне будут кидать специально карты так, чтобы я не успевал и, типа, жалел об этом. И гарантированно подкидывать челов, у которых будет в 1000 раз сильнее стол. Просто прекрасно. Да, ебаный финиш нахуй. Against dragons, I feel like double bramble is really good, and I feel like Teotar is kind of random. We cut a Teo, we cut a Bran. I mean, we utilize Teo just for a little bit. Это, блин, скан, на котором уже за топ-3 нужно в среднем иметь топ-3, чтобы держаться на рейтинге. При этом у меня игрок безоговорочно лучше меня на 8К, просто, не, просто стабильно рисует ломаные игры на любом рейтинге, он просто... Желаю. И постукивание сверху. Ragnar was so selfish and buffed himself. И волк зачем-то сделал просто в два существа. Просто отъебись нахуй. Просто зайбись. Когда здесь все хороший ролл для... Ну, хоть что-то есть, точнее. Но в некуда завис он. А 15 качел бы после такого плея вообще бы здесь дали какую-нибудь сильную карту. Там. Как она называется? Ну, сейчас раскручивал, так что я забыл. Рок-рока. Сразу 20% его попал, но для него это было бы как норма. Чем он ультра слабый по сравнению с тем, что мне показывает в наглую хп. Just trying to adapt to every opponent and get the elements properly. If that is even a thing that you can say. We have great income. Have you considered hiring some help? Have you considered hiring some help? I'm just trying to prepare for next turn. Cut this, don't need it. Let's get more scam. What I think of Naga. Naga, unfortunately, are the worst tribe in the game. And I hate to say it because I felt they were really fun and vibrant when the season got released. I think Blizzard actually did a pretty poor job with Naga. They nerfed them too hard. And then over-nerfed them. The only way I can explain it is if it had like insanely high win rate at lower rank. Completely killing off my guy. Then they had to nerf it just to keep a balance of some sort. Grand Dogs, thank you for the 2 months. But at high rank they just like Naga slow poke, they fucking fast. After like, I don't know. One or two pack. Oh shit, I should have bought that actually. Have you considered hiring some help? Yeah, any scam is good. And this qualifies. Still play this and then we cut this for scam. We also want to use moss next. Wait, cut this. Cut this as well. Oh, I keep buffing the Ragnaros. Maybe we don't even cut it. No way, beasts are worse. I feel like beasts at least have some like high roll potential. It's so hard to high roll with Naga. I'll cut this now. They try to bring Lord of Gains back and stuff. My quest begins with big appetite. It's so much. This price seems more than fair. Oh, you want coin for it? Very well.
Я думаю, по 30 секунд по итогу хуйню делает, блядь. Мне приходится по 30 секунд думать, потому что мне ломают роллы, блядь, заставляют думать, блядь, каждую микросекунду, блядь, просто ебануто. То, что меня просто скамят нахуй относительно того, что я бы не делал. Просто псевдовыборы ебаные. Моих игр. Пока челов тоже делают псевдовыборы, им насыпают под идеалиссимо. Там имитируя какую-то игру по типу там пропушат там до 7 хп и продолжат насыпать дальше там и так далее, чтобы чел это не выглядело супер странно. И очевидно. Просто я единственный игрок, которого доебались дегенеры, тупорылые, нахуй, меня ломают игры максимально, при том, что, ну, разница скилла моего и того, что я вижу на экране, нахуй, ничего просто не могу сделать в играх. Это просто мерзость гнилая. А всем челам перерисовывают столы и возможности рейтинга и так далее, просто заебись. Просто по единому желанию. Вон у всех, блядь, игры, блядь, просто сверх ебанутые, чего делают рандомные мувы по наитию, нахуй, то есть на похуй, не продумывая адекватно. Не продумывая математику и так далее, просто по желанию. По желанию или по промывке дегенерами же, что делать? Какую хуйню. При этом, как бы я не играл, мне дегенер ломает полностью игры, просто неважно как. Даже если я... Мне просто ломает игры, все. Такие просто всю жизнь мне достаются никчемные твари, нахуй, просто вот это. Всю мою жизнь мне попадаются просто твари, которые меня руинят мне жизнь, и, блядь, последней тварью оказывается, блядь, тварь, которая имеет систематическую возможность смешиваться и ломать просто игры полностью. Это просто, блядь, пиздец какой-то. Просто бесконечное невезение по жизни, и еще и дегенеры доломывают мне игры, нахуй, просто тотально. И давай мне возможности реализоваться нигде абсолютно. В киберспорте и так далее. Где бы я ни играл, то есть это не только Хардстоун. Просто бесконечная рофа. Вот топ 5 вытулили блин. А, не, нихуя, 71%. Потому что идеально раздали скам по желанию. Он захотел скам собрать, ему раздали скам по желанию идеально. Просто заебись. Ну, по пониманию того, что у чела там, очевидно, суперсильный стол, он же это не заверскейлит, ему идеально скам раздают просто сразу же по желанию. Если я по пониманию абсолютному, не по желанию, по пониманию абсолютному собираю стол скама, у меня максимум один Лерой будет. И одна, блядь, шиповедьма. И то мне их дадут реализовать только максимально криво, так, чтобы это никогда не прокнуло, нахуй. Просто заебато.